В республику с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Накануне вечером он провел совещание с правоохранительными органами и встретился с главой Чувашии. Главная тема – исполнение майских указов Владимира Путина. Михаил Игнатьев доложил, что в республике улучшается демографическая ситуация. В отличие от других поволжских регионов, в Чувашии зафиксирован самый низкий показатель младенческой смертности. Очереди в детские сады в республике сокращаются. До конца этого года откроются еще 8 новых дошкольных учреждений. Своих мест дождутся все ребята старше 3 лет. Поинтересовался Михаил Бабич и судьбой жителей поселка Тувси, которые лишились крыши над головой после взрыва дома. Все 18 семей размещены, новые квартиры, комфортные, с индивидуальным отоплением, с газовым котлом. Я пообщался, они со слезами уже радости на глазах передавали слова благодарности и руководству страны, и вам лично, потому что это поддержали под контролем. Спасибо, что вы работу сделали, те сроки, которые мы брали обязательно на себя, поэтому это очень важно. Спасибо, тебе вопросы готовы? Самое главное, что еще не начались холода, люди уже получили благоустроенное жилье. Оценил полпред и застройку одного из микрорайонов города. На улице Богдана Хмельницкого введено в эксплуатацию 9 жилых домов. Ведется строительство еще 15. Благодаря этому проекту удается реализовывать и социальные программы. Квартиры здесь предоставляют детям-сиротам, многодетным семьям и тем, кто сейчас проживает в аварийных домах. В следующем году появится еще около 200 социальных квартир. Будущее этой территории Михаил Бабич увидел как на ладони. В ближайшее время здесь построят и детский сад. А что еще из социальных структур сделать? Школа. Школа. На 1500. Здравоохранение. А, вот здесь, вот в этом доме будет... Офис врачебной практики. Да. А поликлиника где ближайшая? В этом микрорайоне, вот этих 4 микрорайонов нет, он в этом 5 микрорайоне. Это школьный стадион, да? Да. А вот. Какие-то еще спортивные объекты есть? Вот здесь вот, именно вот на этой стороне вот этого как раз спроектировали. Во время визита в республику полномочный представитель проводил не только официальные встречи. Накануне Михаил Бабич и Михаил Игнатьев сменили деловые костюмы на спортивную форму. Они приняли участие в матче любительских хоккейных команд. Подробный сюжет об этой игре выйдет в эфире нашего канала в понедельник.